Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Гість в студії» та я, її ведучий Олександр Катунцев. Тотальне зростання тарифів та цін негативно впливає на український бізнес та економіку країни в цілому. Економічні експерти виділяють три негативні фактори для України найближчим часом. Перший – це зростання собівартості продукції через високу інфляцію, що буде обмежувати прибутковість бізнесу та сповільнить динаміку зарплат. Це потім позначиться на уповільненні споживчого попиту. Другий – брак інвестицій. Третій – демографічна криза, що посилюється, яка зменшуватиме обсяг робочої сили і обмежуватиме економічне зростання в наступні 10-20 років. Як подолати ці та інші негативні фактори, дізнаємося у гостя студії, керівника регіонального відділення Офісу простих рішень і результатів Олега Михайлика. Вітаю вас. Добрий день. Отже, в Міністерстві економіки України прогнозують зростання тарифів, причому тарифів на опалення, воду та газ у 2022 році. Крім того, Нацбанк України прогнозує приведення тарифів на електроенергію до економічно обґрунтованого рівня, як вони кажуть, і це повинно спричинити їх зростання на 20-25% приблизно. Я розумію, що це негативно вплине на всіх українців та український бізнес, але негативно – це дуже така загальна характеристика. Що конкретно, як ви вважаєте, які ризики і наслідки можливі для українського бізнесу? Ви знаєте, коли ви сказали о том, що збираються привести до економічно обґрунтованих, я попытался так вспомнить, какое из украинских правительств не заявляло, что коммунальные тарифы, стоимость электроэнергии, газа, воды не являются дотационными. И ни разу не мог вспомнить. Каждое повышение всегда происходило. Говорили о том, что население недоплачивает, себестоимость этих продукции, газа, электроэнергии, она необоснованно низкая, поэтому население это пользуется, необходимо это повышать. Сколько лет их повышают, и почему-то никаким образом не могут достичь тех высот, чтобы они стали наконец-то экономически обоснованными. Да. А я еще додам. Перепрошую, ще додам. Я в цій студії зустрічався з різними людьми. І економістами, і політиками, і експертами, і з самими різними. І я, коли тема дискусії стосується тарифів, я взагалі, до речі, неважливо, на електрику, чи на газ, чи на опалення, чи на якісь інші там речі. Я хотів дізнатися постійно, а чи є якесь економічне обґрунтування. І насправді я ні від кого не чув, що є якесь економічне обґрунтування. Ось в чому питання. Інколи ми чуємо, ви пам'ятаєте, да, нам казали, що газ нашого українського видобування повинен коштуватиме там десь в районі 1 гривні. Але це теж слова. Економічне обґрунтування, що маю на увазі? Расчетів математичних я не бачив ніколи. Я тут с вами полностью согласен, и вот каждый раз, когда кто-то с умным лицом, облеченный немалой государственной властью, рассказывает о том, что тарифы экономически необоснованы, и мы должны стремиться к тому, чтобы они для населения стали экономически обгрунтованными, объяснимыми, и наконец-то перестать работать в убыток государственным предприятиям, становится вопрос, а где это обоснование, реальное обоснование. Когда посчитали городские власти, либо те структуры, которые они их наняли, предоставив всю информацию, посчитали тариф на проезд в Одесском городском электротранспорте. И оказалось около 30 гривен за поездку. Угу. Становится вопрос, это реально или что-то совсем не так? В управлении, в подсчете, в предоставляемых услугах. Или просто кто-то все остальное ворует.
То же самое, как вы сказали про газ. Ответственный персонаж, облеченный знаниями власти, заявляет о том, что газ украинского выдобытку коштує 1,7 гривень за кубичний метр. Максимум це може бути 2 гривні. В то же время, на сегодняшний день, газ для коммерческих структур продается уже по 35 гривен за кубический метр. Так где же это экономическое обоснование? И откуда считать, и кто его видел? И почему они нам это рассказывают? Угу. Есть объективные и субъективные причины. Есть цена на сегодня, если мы говорим про газ, да? И это станет, наверное, в следующем году одним из наиболее серьезных факторов, влияющих на украинскую экономику. Так случилось, что, подписав меморандум с крупными городами и с муниципалитетами, офис президента сможет удержать стоимость газа для конечных потребителей, имеется в виду для граждан, на уровне там, 7,5-8 гривен, с доставкой это может быть 10 или 11. Но простые граждане не создают дополнительную стоимость. Mm-hmm. Простые граждане работают на коммерческих предприятиях, но они не платят налоги в том количестве, в котором платят коммерческие предприятия. Простые граждане не должны идти на рынок со своей продукцией и конкурировать на внутреннем рынке. И я уже не говорю о том, что желательно конкурировать на внешних рынках, продавая свою продукцию за валюту и продавая ее за границу. И вопрос в том, что каким образом сегодня бизнес должен конкурировать. Если вы зайдете, у нас в семье любят сыр. Его обычно покупают немного, но стараемся брать какой-то вкусный. Там, мне нравится Маздам, супруге нравится Бри, дети любят еще какой-то. Мы всегда кусочек покупаем там, или несколько кусочков. И вы знаете, сегодня я смотрю в магазине, все больше и больше иностранного сыра. По цене с украинским производителем. И для меня никак не может уложиться в голове, как в Европейском Союзе, в той же Польше, где цены на электричество и на газ, они являются точно экономически обоснованными. Потому что в действительности государство может поддерживать некоторые отрасли промышленности, сельского хозяйства, но они точно стараются в условиях Европейского Союза иметь обоснованные тарифы, стоимость тарифов. Каким образом, имея зарплату, европейскую зарплату в Польше, произвести сельхозпродукцию, привезти ее в Украину, дать ритейлерам заработать, заплатить 20% украинского НДС и конкурировать с той же продукцией, произведенной в Украине? И у меня никак не складывается в голове. И это вопрос прогнозом на следующий год. Год будет очень тяжелый. Очень много бизнесов, очень разным предприятиям украинского бизнеса придется закрыться, потому что они просто не смогут конкурировать, в том числе с иностранными поставщиками тех же товаров. З початку нашої бесіди я говорив про виклики чи проблеми, які можуть заважати розвитку бізнесу в наступному році. І один з них – це інвестиційна привабливість нашої країни. З урахуванням того, що ви сказали, що у нас немає економічної обґрунтованості тарифів, по-перше, да, на все абсолютно. У нас ми якось торкалися з вами теми прийняття закону 56.2.0 там, в попередніх наших зустрічах. Це теж такий подарунок, як тоді казав під ялиночку нашим підприємцям. Ще багато чого є проблем, так би мовити. Я вже не торкаюсь там податкового законодавства, взагалі законодавства і судів справедливості наших українських і таке інше. Як ви вважаєте, в таких умовах наскільки може бути привабливою Україна з точки зору інвестицій?
В целом, сама Украина, она является довольно привлекательной для инвестиций. Ни для кого не секрет, что денег в развитых государствах, в том числе в Китае, на азиатских рынках, такое огромное количество, что их ищут, инвесторы ищут, куда их вложить. Вопрос в том, насколько безопасно в государство вкладывать, насколько экономика правительства этого государства является предсказуемым, потому что в отличие от, я говорю, как это, бизнес по-русски, да, вот всунул и сразу забрал, и желательно в два раза больше, большинство цивилизованных там, европейских, американских инвесторов, они понимают, что там, бизнес-инвестиция там, начинает там, окупаться либо приносить какие-то доходы через 5, 7, 10 лет от тех вложений, которые они сделали. И они на это готовы. Именно поэтому, когда там, берут взаймы у там, Европейского банка реконструкции и развития, у Мирового банка. Это все, в принципе, частные структуры. Но они вкладывают под какие-то небольшие, дают эти займы под небольшие проценты, зачастую с рассрочкой платежа, но под определенные гарантии и зачастую с контролем расходования средств. И вопрос, насколько Украина предсказуема. С одной стороны, есть непаханное поле. В действительности Украина продолжает еще находиться на уровне не сильно развитых, не хочу говорить другое слово, не сильно развитых государств, в которых есть целые ниши, не занятые, и в которые можно было бы прийти и вложить деньги. Украина все еще является, слава богу, государством в центре Европы. Украина все еще является государством, у которого есть собственные ресурсы, в том числе человеческие, хотя их все дальше и дальше становится меньше. И все это могло бы стать очень сильным магнитом. А, и уровень жизни, к сожалению, в Украине довольно низкий. И это все могло бы стать колоссальнейшим магнитом для привлечения иностранных государств, в том числе от инвесторов, готовых вкладывающих играть в долгую, вкладывая в целые отрасли промышленности. Но первое, непредсказуемость политическая, экономическая. И вот тот закон, к которому мы постоянно возвращаемся, 56.2.0, который принимается накануне Нового года и уже начинает действовать непосредственно в наступившем году, в цивилизованных государствах так не работает. И поэтому на сегодняшний день Украина, и это уже официальная статистика, имеет самые низкие инвестиции за 2021 год на протяжении, по-моему, 5 или 6 лет. И эта тенденция негативная, она, к сожалению, будет прослеживаться и уже в наступившем году. Второе. Мы говорим с вами про газ. Газ в действительности в целых отраслях промышленности занимает очень большую часть стоимости производимой продукции. Ну вот там, не, там, в производстве удобрений 80%. Да, так. В хлебобулочных, там, производстве хлебобулочных изделий, там, по-моему, там 50 или там это. Тепличные господарства опалюються газом и... Так, це все, що не являється собівартості продукції. Даже та же продукція тяжелої металургії, где льют метал, производять арматуру, это все так или иначе потребляет газ в огромных количествах. И когда европейские государства, европейские компании получают газ по длительным контрактам по стоимости 300-400 евро, 500, 600 евро за 1000 кубометров, а Украина вынуждена ориентироваться на спотовую биржу, где цены в 3 раза больше, то каким же образом украинский производитель сможет, даже имея более низкий уровень жизни, более низкую среднюю заработную плату, меньше каких-то других затрат,
по сравнению с европейским производителем, каким образом он сможет конкурировать своей продукцией? Скорее всего, никаким. Угу. Ну, на жаль, що так відбувається, бо насправді я згоден з вами, що сама Україна і географічне розташування, і потужність, і можливості, і потенціал дуже привабливим має бути для інвесторів. Але і це ми взяли тільки одну составляющу, а є вже признана динаміка усилення фіскалізації бізнесу. Є признана, вже ніхто, вже об этом все говорять відкрито, що усиление и увеличение штрафов за найденные фискальные налоговые нарушения. Нигде не сказано, что налоговая наша должна работать в качестве просвещения, обучения. Это контролирующий орган, который должен тебя штрафовать, либо с которым ты должен договариваться за взятки в какой-то пропорции от выписанных штрафов. И это все, опять же, накладывает свое... Ну, это так. Свой еще отпечаток. Еще с урахованием того, что правила игры меняются в нас... Постоянно. Кожен месяц, мабуть. Я маю на увазі налогові правила, так? Податкові. Я сказав, що є ще третя проблема, і вона дуже серйозна. Я так розумію, що вже Україна з цією проблемою стикнулась. Демографічна проблема, я про це казав спочатку. Як з цією проблемою можливо боротися? Бо з одного боку є демографічна проблема, народжуваність знижується, смертність зростає, на жаль. Це показники статистики офіційної. А є ще трудові мігранти, про них ми теж з вами казали якось. Ну, зараз в комплексі цю проблему як вирішити можна? Ефективно, я маю на увазі. Ви знаєте, це... Проблема на сегодняшний день, она уже не просто выражается в каких-то очень больших цифрах людей, которые выезжают каждый год, и вы тоже про это говорили, что только по официальным данным около 600 тысяч трудовых мигрантов уехало за прошлый год, и это только официально, потому что неофициальные цифры, я думаю, что они... как минимум еще в полтора, а может даже в два раза больше. Ну, потому что ну, ни для кого не секрет, что очень много людей выезжает сезонно, зачастую незаконно устраиваясь на работу к родственникам, друзьям, или просто переждать или пережить какой-то период времени. И, но то, что уже сталкивается с тем, сегодня, с чем сталкивается малый и средний бизнес, это колоссальнейший дефицит профессионалов. Колоссальнейший дефицит даже сравнительно не, ну, не таких вот редких специальностей. Речь идет там о каких-то монтажниках, речь идет о строителях, речь идет об арматурщиках, угу, каменщиках, малярах. Ну, зараз кажуть, що професійного зварювальника не знайти. Там сантехника професійного не знайти. И это правда. Это большая правда, особенно если вам нужно этого человека официально трудоустроить, платить ему официальную зарплату. Если вы хотите, чтобы этот человек работал все свое рабочее время у вас на предприятии, ему нужно платить не просто достойную зарплату, ему нужно платить зарплату, порой близкую к европейской, той, что он может заработать, работая на сезонных работах в Польше, в Чехии, даже в той же России. И если вы платите такую зарплату, естественно, уменьшается ваша конкурентность на рынке, потому что, к сожалению, вас ставят в такие рамки игры. Ну да, бо уже нема таких доходов, как было раньше. Потому что у предприятия зачастую нет таких доходов, чтобы платить всем такую достойную зарплату. Но в то же время я этих людей прекрасно понимаю, что поехав в Польшу, да, это, человек не находится дома, должен там сталкиваться с какими-то бытовыми проблемами, но он там за 2, 3, 4 месяца зарабатывает себе достойную зарплату,
и потом может какое-то время находиться в Украине, содержать семью, переводить ей сюда деньги. И это колоссальнейшая проблема. Случай як зупинити цей процес? Чи просто вже це неможливо зробити і треба змиритися з цим? Помимо, ви знаєте, помимо достойної зарплати, є в некоторих отраслях промышленности сегодня зарплата уже сравнялась с европейской, в том числе из-за отсутствия кадров, и ее необходимо платить. Но помимо зарплаты есть еще два очень-очень немаловажных фактора. Это комфорт проживания, безопасность и спокойствие. Спокойствие не только для работника, но и для его семьи. Ни для кого не секрет, что в Украине сегодня массово создаются в некоторых городах так называемые IT-кластеры, специально обустроенные для работы IT-компаний, чтобы люди, работающие в этих компаниях, ощущали себя комфортно, чтобы им, они могут получать зарплату довольно высокую, потому что зачастую даже работая удаленно для иностранных компаний, американских, европейских, эти компании платят им зарплату, если и не на уровне там, европейской, то незначительно ниже. Но мы возвращаемся обратно к комфорту. Безопасно ли вам ходить по городу? Можете ли вы в случае необходимости получить достойную медицинскую помощь? А это вопрос к подготовленности государства, города, городских больниц, либо сельских больниц той же новой эпидемии ковида. Много ли людей выехало из Польши в период появления этой эпидемии в Польше, когда они даже поняли, что, находясь нелегально, зачастую они не могут претендовать на достойную медицинскую помощь, как сами поляки. Единицы. Может, это не единицы, но это все равно несравнимо с тем количеством людей, которые там постоянно проживали. Много ли здесь в Украине осталось после того, как ситуация с ковидом хоть немного разрулилась и стало понятно? Почти все вернулись обратно в Польшу. Потому что там им комфортнее, жизнь более предсказуема, нет никаких ни экономических, ни политических происшествий, потрясений, вот этой непредсказуемости. Зарплату повышать однозначно надо. Заботиться о бизнесе однозначно надо. Поощрять те компании, которые создают новые рабочие места, освобождая их от налогов, не задирая минимальную зарплату только для того, чтобы отчислений в пенсионный фонд и налогов было больше, а все-таки думая о том, чтобы в первую очередь создать эти комфортные, достойные условия и для бизнеса, и для трудоустроенных работников, это задача государства. К сожалению, пока она с этой проблемой не справляется. Дякую. Дякую за цікаву таку розмову, але теж, як завжди, перспективи не дуже такі радісні у нас. Але, як ми з вами вже не перший раз будемо сподіватися, все ж таки, що Україну чекають не самі гірші часи, а якийсь прорив все ж таки відбудеться. Тим більше, що потенціал дійсності у України є. Їм просто необхідно використовуватися, опять же, не в угоду обогащення, либо удовлетворения потребностей определенных групп, финансовых, бизнес, властных, а повернуться в сторону своих граждан. Это так. Дякую. На все добре. Що, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. На все добре. До зустрічі.